Essere Come curdo. fa? Нет, это штвинг чей-то, не? Нет, нет. Он извиняется. Слава. Ультрашам не может быть Нужно такому понять и голосу. простить. Бьорн тоже не может. Ему это и не надо. Ну чё стакалось? Чё стакалось? Запороли самый успешный трай. Нет, я имел в виду, что самый перспективный всегда трай это первый. Ну да. Ну, короче. Вон Аршан пишет. Волфага. А что за шаман? По-моему, с нами. РС-10 гир хилил с нами. Этот шаман. Вот этот, которого сейчас добрали. Будет нормально. А-а-а. Я ему, понял. Правда, тогда мут дал в РК. У него автоатаки нет вообще. Здравствуйте, мужчины. Здравствуй. Да, да. Интеллект. Нету магов. Окей, окей. Вар, отойди. Вар, отойди. Пиздан. Золотистая от того АФКшит. Поэтому. Ну. Еще таких героев. Сколько еще таких героев?
потому метеор туда упал. Пиздец, сейчас все прожимы на КД нахуй. А пиздец. Трэш пошел тупо рейд сносить. Уже говорили, это он. У него, наверное, этот, жена рядом. Короче, полторы минуты еще. Когда? А, минута. А тут... Тут котов надо просить, чтобы заливали, извини. Окей. Окей, окей. Сейчас, секунду. Золотистый опять АФК, золотистый опять остался. Так вот, посмотреть на мини-мэп. В то же место. Опять повисло. Не хильте меня. Диспельте в рейде. Да, сейчас гляну. Я с вами, если что, могу зайти потанчить. Ну, в смысле, он что, вылетает? Ну что, второй раз именно при пуле вылетает? Мне кажется, что кто-то туда зашел, иначе бы не принимали готовность. Сейчас молчат пока. Ну ищи протопала или Аршаму. Я залюсь еще. Ой, это Джерри, он походу не хочет. Десять минут как винт зашли, уже три вайпа.
И уменьшайте Халеона, у меня тут, у него размер снизу фрейма меньше становится. Дальше бежать придется. То он такой милый, когда не большой. Ну, красивый дракон, согласитесь, не то, что эти протодраконы. Да-да. Его бы еще на поводок посадить. Вообще было бы круто. Да там уёбки тупые сидели, блядь. Ходит каждую неделю, убивает, блядь, и с метками косячит, хуй знает. Ну, короче, не хотят убивать, забей. Рома, ты что, заходишь на протопало, что ли? Я тогда на минуту покурю, отойду, пока вы добираетесь. Вот упал с этой. Она пишет, что перезагрузила Wi-Fi. Возьми из золотистого обратно, пока ее ромика да не вьешь. А Джейми что продумаешь? Он, наверное, не в состоянии. Капец, как так можно? Бафов нет, у Ромы нету маны. Монаригов нету. Каску крест. Чё, Вагер? Извиняюсь, куда? Рыба где-то стоит? Я не слышу. Нет, слышно. Есть. О, целка. Ок. Да я просто бухой. Васик там писал что-то. Вам нужен? 15. Твоё ж, наверное.
ты? Чё, мам? Так, стоп. Кто вам нужен? Ну, не бухой куда? Только. РС или СМК? Тут. А ты не назначал ответственных? Окей. Небеса в огне. Вы бы ты опять во форсте? До стены доносите. Я рано заспали просто. Ну а как он упал? Как это возможно? Ну... Что, хила в свету? Кто-то виноват, да, я здесь пальцем. Это вы пока дес были? До третьей фазы доходили. Блин, ты же сказал ЦРК. У вас же РС. Не, Поклонский под властью крови просто. Потому его ваншотнуло лишь. Да.
поклонский, да? Нажал власть крови, посмотри. Типа этому и сдох. Подвласть крови все равно не убьешь. Место будет вводить, я к этому зайду, ладно, по КД? 22 косаря. Ну, как будет место, я имею в виду. От этого не умирают. Он потом власть крови включил. Ну и что, что власть крови, посмотри детали смерти, 22 косаря его Халион ударил. Это, извини меня, это не ваншот и ничего. Так у него два удара подряд там за секунду было, по 25. И что, это захиливать надо? Или ты думаешь, что он его по 5 косарей должен бить, и ты должен стоять курить? Сейчас такой послушал Бьорна и понял, что ты не догоняешь, когда человек под властью крови, у него 18 меньше тысяч хп меньше, и у него 48 тысяч хп, если два удара по 25, то это ваншот за секунду. Сука, бля, иногда бесит, какие вы тупые. Да, просто я не стал ты так объяснять подробно, как ты, Дима. Нет, Джерин все правильно сказал, я просто об этом и говорил, я думал, вам понятно сразу будет, но он, Дима вам более подробно объяснил, почему он сдох. Поклонский сказал, что он не врубал власть крови, тогда о чем ну, вы говорите? Ну, Рекаунт говорит об обратном. Ну, Рекаунт говорит, что Джерин, он бесит нас всех. Лапку дайте. Лапку. Кресты. Мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Ты шли, Нири. Привет. Но вы же мне мешали. Ты все выразишь? Плохо, ты уже выносишь. Какая рез?
кого-то бить через взрыв. Крабочка умерла, может, лес. Не заспал. Перед посланником смертокрыла. СС нахолипала сито. Растут. Стопайте. Все. Что там было? Могу кого-то поменять? Могу. Не, если Рома, то я не зайду. У меня есть что тебе предложить. Бывает, ничего страшного. Человек просто не мог туго доходит. Да бывает, не переживай. С кем не бывает. С вчерашнего рейда уже спокоен, да? Это всего лишь игра. Да. Я просто случайно. Да нет, случайно просто забежал вперед. Олег, ты с телефона, что ли? Уже гружусь. Рома, блять, а почему ты молчишь?
поднимать. Вам код не нужен? Чё мне бафать? Виталик, найди каплю и будешь кинуть нам Поклонского, когда попросит. А где мне их искать? Ну просто мало ли ты боб найдешь. История с диваном это про Виталика. Да, да, да. Да, я нажал нет, подожди. Инты нету. Интеллект. Я понял, я на выход. Да. Назад бежит. Ой, там, 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 там. Блять. Тут я, наверное, запашу. Вот это уже баг, мне кажется. Его же забрал назад, почему он все равно в рейд дыхнул. Это не баг, так всегда. Нет, когда он собирается дыхнуть, если кто-то сорвал, он все равно дыхнет на рейд. Это как бы баг, но... Это всегда так. Понятно. Там Шустрева пишет, что за ним сейчас с дурки приедут. Ай-яй-яй. Вон он пишет в чате. Меня сейчас забирать будут. Обист мод пришел, он тоже вчера был. Может вместо этим котиком пойти вместо Роги, а? У меня найдется все, что тебе надо. Бисмот уже давно здесь. Здравствуй, Бисмот. Здорово. Это он типа в трэш дает 10к? Есть ещё. Разрушение!
Хёрст, выноси. Чё, нормально? Ну, близко к голем, блядь. Кто его танчит? Ходите, если посмеете. На один это Рома. Холипала, поднимайте. Мосток. Небеса в огне. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Смотрю на ХП Халиона, и что-то оно вообще 16 лямов. Это что, мы его так долго бьем? Не, ну понятно, но остается 16, такое ощущение, что мы его бьем вообще вечность. Ты прикинь, вот я... Если вам не нужно, я сейчас 10 обстажу. Ты прикинь, вот я эрдру во тьме по мане проседали. Сейчас триньку на ману один. Рыбка есть? Бестмода. Этот бестмода, не иди в 10 оп, тут у нас ливного рока.
Угу. Один КГ. Даже, блядь, как бы за секунду не зайду. Виталик, ты смотри, что поклон держит большого голема возле морды. Ты держи его возле задней левой лапы, получается. Ну, либо правой. Я это даже комментировать не буду. Ну, ты сейчас у морды держал, они росли. Но они росли после слова «давайте умирать»? Нет. Да. Нет, надо все проблемы сейчас решать. Что-то тут как политик какой-то. Все на потом, все на потом. Это Трися так кряхтит, да? Да. Это или слышно Трися, так, блядь. Как будто где-то из-под стола. Но... Мамка просто рядом спит, блядь, поэтому я из-под стола разговариваю. Понятно. А типа оттуда не слышно, блин. Слышно, как ты кряхтишь. Джерин, а ты не купил БФА, нет? Нет. Ты пошли аренить Джерин, блядь. Не пил, какие бабки там поднимать просто на арене. На Дубовской арене. Так, сдавайте, скажите мне, кто там что танчит? Свет тьму и свет поклонский, да? Меня? Короче, я Роги за ретри капнул 1.5 500. Он мне косарь перечислил. Я следующий месяц на шару играю. У тебя голос такой смешной сейчас. Да иди ты в жопу, блять, понял?
малышка, беги! Остерегайтесь теней. Не, ну когда было, значит, внимание. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником Смертокрыла. Каплю сейчас. Гимноману святому. Гимноману святому. Кому? Перезилу надо резнуть. Скажите, когда вы тьму зайти? Конечно. Заходи. Я спал быстрее. Мана нужна, что мана святая. Восьме тоже. Мимо на ману читать. Диспель слави. Слави. Пою. Там диспель. Аллилуйя. Пиздец, блядь. Это друидом я только по КД езжал мгновенки до косты в танках. Пиздец. Ой, сейчас линканул. Да заебись, я полтора ляма вхилил.
ДЦ мне не покажет сколько. Кинь тогда, пожалуйста, ЕП на клёну. Четыре ляма я нахилил. Вы второй пойдете или нет? Давай уже отплатить. Да ну, нормально по танку прилетало, не сильно. Да. Ну, читер, полный читер. Калинка не Кокосина, а поглощение. Просто интересно. Ща. Там много ж. Наверное, больше меня. Нет. Второй рейд будет или нет? А ты кто нахуй? Мне Славик. Ты на клёну накинул? Не перезайти или ты накинешь? Ну, короче, с висеницы я отойду, если будет еще рейд. Вон он, Аркаш. Кто-то может мне сделать камень красный на СПД? Камень есть. Конечно. Где-то. Это Ларань. Убёрни мне на нарушку, что сделаешь, я куплю камень. Сейчас я камень куплю, мне тоже красный надо. Не знаю, наверное, нет. Световой ДПС может кто-нибудь ликануть? Световой, блядь. Вон я ликанул, сколько стоит. Ну пати, блядь. Ну все, я отмучился. На друг КД, на прости КД. Нет, на шамана в рейде же. Да. Рома, а можешь?